Привет, YouTube! Меня зовут Виталий. Ребят, получилась такая возможность рассказать о себе, о своей пасеке, ну, познакомиться с вами, так сказать. Значит, я пчеловод, я занимаюсь матководством породы карника Бакваст, регион Киевская область, Украина. Вот, вот моя пасека основная. Вот, есть еще один тачок и отдельно будут еще нуклеусные парки. Все это будет в этом сезоне, я буду еще показывать. В принципе, на канале есть достаточно много видео. Ну, я так считаю. Посмотрите первый комментарий, закрепленный под этим видео, и там будут ссылки на самое интересное видео, ну, по моему мнению, которое я считаю. Вот, может, вам будет интересно, переходите, посмотрите, вот, и будет такая возможность подписаться на мой канал, ну, общаться, дружить, как бы, делиться опытом еще, так бы сказать. Значит, что я хочу сказать. Смотрите, моя пасека в основном содержится в деревянных ульях. В деревянных ульях 10-рамочные доданы. Вот, вверх мы ставим магазины. Вот. Плюс у нас есть еще сотня уликов с пенополистирола Дениса Фадеева. Я думаю, что они всем знакомы. Вот они стоят, получается, с кормушками. Вот они. Вот с кормушкой, вот без кормушки. Вот. Они сейчас пустые. Мы их только купили, они только покрашены. В принципе, мы уже с ними работали. Вот, нам понравилось, скажем так. Докупили, будем смотреть. Также в этом сезоне ожидает, как бы, вот это все движение, как бы, по заселению, по развитию. Все будет честно, все покажем, как есть. Расскажем, сколько кормили, сколько поили, как заселяли, как делили. Вот. Хотя я уже знаю, как оно там все будет, потому что у меня, жиры, они у меня уже были. Не в большом количестве, я покупал только 2 штуки. Вот. Ну, на данный момент вот такой вот. Это такой маленький анонс. Также на моем канале, в частности, в основном все видео идут про матководство. Это, ну, скажем так, я считаю, так вот, 90%. Хотя мы затрогаем и другие темы, там ту же самую пыльцу, пергу, ветер, вот, пыльцу, пергу, мед. Посмотрим, как сложится сезон, что будет возможность снимать, то будем снимать, будем показывать. Так что переходите, пожалуйста, в комментарии, первая ссылка. Вот, если вам понравится, подписывайтесь на канал. Будь добру, всем пока.